Глава региона акцентировал внимание на курортных территориях. На рост уличной преступности влияют объективные причины. Кратное увеличение населения в летний период. Но это говорит лишь о том, что на местах должны быть предприняты исчерпывающие меры по обеспечению общественного порядка. Я предлагаю возродить паспорт безопасности для всех наших курортных учреждений однозначно, чтобы в паспорте безопасности они нам доложили о мероприятиях, которые будут проводить. Глава Анапы Сергей Сергеев в рамках поставленных губернатором задач дал ряд поручений городским службам. По подготовке к сезону особое внимание предприятиям санаторно-курортного комплекса. Для людей, для населения самое главное сегодня – безопасность. Собственная и своих близких. Мы ее должны обеспечить. Это не лозунг. Мы будем ради этого работать. Что касается частных гостиниц и гостевых домов, то каждый собственник должен позаботиться о безопасности своих гостей. Установка видеонаблюдений – залог успеха в этом вопросе. Это действенная профилактика правонарушений. Более того, сегодня надо говорить о том, что видеокамерами должны быть оснащены буквально все дворы многоквартирных домов. Проработать механизм работы с застройщиками – еще одно поручение главы. Вопросы обеспечения безопасности в приоритете при подготовке к сезону.